Ну, перед началом этого ролика, дорогой друг, тянись, поставь большую пачку вверх под этим видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик, если здесь впервые. После этого сразу копай вниз, до самого низа мира, пока не наткнешься на вот этот биом, он называется подземный мир или что-то типа того. Здесь шастают много демонов, которые точно так же, как и ты, шастают в поисках всякого. Из них выпадает редкий предмет куклу Вуду. После этого кладем куклу Вуду в хотбар сюда, открываем инвентарь, нажимаем кнопочку домика. В этом списке мы находим гида. Это список живых NPC. Если его здесь нет, ждите, пока он зареспавнится. У меня есть гайд для тех, у кого он респавниться не хочет. Бывает такое. Бросаем куклу Вуду в лаву. Где-то здесь должен быть босс. Не знаю, где он. После этого отправляемся на поверхность. Ночью здесь есть прикол. Если внимательно посмотреть, вообще желательно все эти светомузыку отключить, чтобы было виднее, где это. Ищем падающие звезды, которые лежат на поверхности по ночам, в любом биоме, в количестве. Ну, а тут есть прикол. Падающая, эта самая звезда исчезает. Вот, все звезды исчезают утром, если они лежат на поверхности Земли. Если они уже попали в инвентарь, то они сохранятся в целости сохранности, сколько надо, как любой другой предмет. О, нашел. Кажется, нашел. Вот, видишь, как это все это выглядит? Вот она, эта звезда. Нам нужно 20 штук. После этого отправляемся в астральный биом. Так, это испорченный биом. Астральный... А, вот он, вот он, вот он. Здесь есть даже вот такой специальный метеорит, который упал. И все это астральные гадости создал. А здесь, это что от нас требуется? Просто убивать разных врагов. В разных версиях Каламити это называется по-разному. Но в этой версии это называется звездная сажа. Из них выпадает много барахла, в том числе звездная сажа. Starlight Suit. Нам нужно 30 вот таких кусочков. Давай, 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 давай. Чего вас так мало-то? Когда надо, вас найти очень трудно. Когда не надо, вы лезете из всех щелей, как таракан на кухне. Часто в 3 часа ночи. Так, нам нужно железная или свинцовая наковальня. Как это делается, я рассказывал в одном из прошлых видео. 30 звездной пыли и 20 упавших звезд. После этого ставим наковальню где-то на поверхности земли. И крафтим наш астральный чанг, или астральный кусок чего-то астрального. Дальше, забираемся на поверхность астрального биома. Кладем этот чанг в хотбар, левой кнопкой мышки клацаем на него, и появляется вот этот босс. Аструм Ауреус. В принципе... Честно говоря, я так и даже не разобрался, а ты хоть прыгать-то умеешь? Если он напоминает короля слаймов, который даже прыгать не умеет. Но поэтому это хромодовский босс. А, нет, прыгать умеет. Хорошо, а телепортироваться ты умеешь? Я умею. Давай, догони меня. Похоже, ребятки, телепортации сегодня не будет. Угу. Короче, очень жалкий босс на 50 тысяч защиты. Из него выпадает много всякого дерьма, очень классного. Так что... suspicious looking jelly belly. I can epic use the stuff somewhere. And why... Ребят, я даже не знаю, как это комментировать. Сейчас покажу. Смотри, 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 смотри. Это огромный миленький слайм со стеклянными глазами и стеклянным выражением лица. Офигеть можно. Плавать этот слизняк не умеет. Но прыгает знатно, конечно. Тоже для начала игры, в принципе, такой себе маунт. Почему его выражение лица ничего не говорит? В любом случае, его выражение лица говорит, что пора уже подписываться на канал, ставить большую пачку вверх под эти видео, звать друзей. Ну и заглядывать в описание под видео. Там есть geronshop.ru, в котором можно купить дешевый тирай Майнкрафт и сотни стимовских игр. А также geroncraft.ru, в котором можно скачать много всякого, в том числе читов, на все случаи жизни. Так что все ссылки в описании, жду вас там.